Всем привет, с вами Дмитрий Платонов, и это Насосы ДАБ. Вот это здание, девятиэтажка, очень много подъездов. Здесь установили наши насосы НКВЕ с частотником МЦЕП, сделали из них насосную станцию. В этом видео посмотрим, как все работает. Надо было там куртку оставить. Ну что, ребят, мы наконец добрались, и перед нами насосная станция 2 НКВЕ 15/3. Здесь у нас два насоса НКВ, видите, очень все компактно, и частотники МЦЕП по одному частотнику на каждый насос, что делает станцию очень и очень надежной. Если частотник один сломается, то второй продолжит работать, и жильцы будут получать столь желаемую ими воду. Ну и уровень шума очень комфортный, просто послушайте сейчас день, вот как шумит станция днем. Ну что, ребят, вот здесь у нас смонтирован датчик давления от компании Хуба. Далее идет непосредственно сам насос. И здесь мы с вами видим частотник. Частотник МЦЕП с надписью Deconnect Ready. Это означает, что его можно встраивать в нашу систему Deconnect. Ну и непосредственно сам насос. Насос из нержавейки. Двигатель здесь у нас установлен компанией Siemens. Все надежное, все качественное. Все прослужит очень и очень долго. Вот работающий насос сейчас работает на частоте примерно 22-24 Гц. Поддерживает постоянное давление 6 бар. Что у нас здесь интересного? Ну, можем с вами с помощью кнопки мод посмотреть, какое давление поддерживает, какой ток, какая потребляемая мощность. Здесь видим, что насос работает совсем не чуть-чуть, и что работает один насос из двух. Также можно посмотреть серийный номер. Более интересная информация у нас может быть в меню монитора. Здесь мы можем посмотреть расход, но в данном случае расход не отображается, так как здесь у нас установка без расхода мера. Это сделано для снижения стоимости, при этом у этого насоса есть защита от сухого хода, то есть, по сути дела, понимать, какой расход, ему не очень критично. Ну, также можем посмотреть температуру, какие ошибки были, и помимо этого посмотреть, что у нас этот насос отработал 2681 час, из них 1368 часов перекачивало воду. Вот такое интересное решение, вот такой вот насос на базе насоса НКВ с частотником МЦЕП. Ну что, с вами был Дмитрий Платонов, спасибо вам большое за внимание, смотрите наше видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, всего вам доброго, до новых встреч, пока!